Шалом, возлюбленные! В этом месяце мы снова вспоминаем о смерти и воскресении Иисуса в доказательство Его великой любви в спасении нас от греха. Поэтому, возлюбленные, давайте будем и дальше совершать спасение, которое Господь Иисус дал нам, и жить в близких отношениях с Иисусом с помощью искренней молитвы, хвалы и поклонения в Духе и в истине. Так мы угождаем сердцу нашего Бога. Давайте прославлять. Возлюбленные, давайте подготавливать наше сердце и разум к слышанию Слова Божьего, которым с нами поделится его слуга Ника Нюхарахардио. Раб твой ощущает, как величественно пребывание твое на этом месте, Господь. С самого начала мы ощутили, что ты посещаешь своих детей. Ты касаешься каждого человека одного за другим. Спасибо за Твою благость в это утро. Мы находимся в молитвенной башне, Господь. Спасибо за то, что Ты с нами, за то, что Ты удивительным образом посещаешь нас. Спасибо, Отец. Ты желаешь говорить к нам через уста раба Твоего. Помажь Твоего служителя. Помажь всех нас. Мы будем сидеть в тишине рядышком с Тобою, чтобы услышать Твое послание. Мы молимся во имя Иисуса, и вместе мы скажем на это «Аминь». Воздайте Ему большие аплодисменты. Аллилуйя! Аллилуйя! Воскликните Ему. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Возлюбленные, мы входим в 19-й год, а это год нового рождения. Те из вас, кто верует, давайте вместе скажем 19-й год. Это год нового рождения. 19-й год. Год нового рождения. Воздайте Господу великую славу. Восплещите руками Ему. Ключевое местописание для года нового рождения взято из книги Иезекииля, 36 главы, 26 стих. Мы прочитаем вместе громко. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои соблюдать будете и выполнять». Скажите на это «Аминь». Это место говорит о новом рождении, о рождении свыше. Именно об этом говорит нам Писание. И теперь воздайте Богу большую, огромную славу.
Возлюбленные, что Господь Иисус говорит нам в Евангелии от Иоанна 3 главе 3 стихе? «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Поэтому для того, чтобы увидеть Царство Божие, чтобы попасть на небо, чтобы быть спасенным, мы прежде всего должны родиться свыше, пережить новое рождение. Скажите аминь на это». Вот что говорится в послании к Титу. 3 глава, 4 и 5 стихи. Давайте прочитаем это место вместе. Раз, два, три. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Возлюбленные, родиться свыше или родиться заново означает, что человек переживает глубокое обновление. Все это делает в нас Дух Святой для того, чтобы мы могли уверовать в Господа Иисуса и покаяться. Возлюбленные, ведь многие из вас уже пережили рождение свыше. Уверен, что все на этом месте. Возлюбленные, поднимите руку. Если вы рождены свыше, рождены заново. Замечательно, это каждый из вас. Поскольку Дух Святой производит в нас обновление, Он побуждает нас уверовать в Господа нашего Иисуса. А после этого, как мы уверовали, покаяться. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kubuka Давайте прочитаем из первого послания Иоанна 5 главы. Раз, два, три. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Возлюбленные, если вы верите в Сына Божьего, Господа Иисуса Христа, вы должны знать, что вы имеете вечную жизнь». И вот тут возникает один вопрос. Почему люди, которые верят в Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа, так уверены, что они имеют жизнь вечную? Почему? Вот вам и ответ. Вот это значит веровать в Господа Иисуса. То есть, если вы верите в Господа Иисуса, это означает, что вы будете делать следующие шаги. И вот вам первый шаг. Если вы верите в Господа Иисуса Христа, это означает, что вы почитаете Христа Господом вашей жизни и с трепетом стараетесь послушно исполнять Его заповеди. Кто так поступает, тот наследует Царство Божие. Верю, что вы делаете это. Скажите, кто из вас делает это? Аминь. Ну и второе. Веровать в Господа Иисуса Христа означает, что вы любите Господа Иисуса, а не этот мир. И теперь третий шаг. Веровать в Господа Иисуса Христа означает,
что вы всем сердцем ищете праведности, делаете это старательно и усердно, и не грешите. Далее, номер 4. Веровать в Господа Иисуса Христа. Означает, что вы любите всех верующих, то есть вы никому не испытываете ненависти, не держите обид и злобы. Слава Богу, что такое происходит с нами. И в конце концов, 5. Веровать в Господа Иисуса Христа означает, что вы осознаете, что в вас пребывает Дух Святой. Если вы осознаете, что в вас обитает Дух Святой, то вам не стоит вводить его в странные, неподобающие места. Вы осознаете, что он живет в вас. И это дает вам необходимое понимание. И 6. Веровать в Господа Иисуса Христа означает, что вы усердно стараетесь следовать примеру Господа Иисуса в вашем хождении перед Богом. Вы во всем подражаете Иисусу, когда Он был на земле. Аминь. Те из вас, кто говорит «Аминь», испытывайте самих себя. И затем 7 пункт. Веровать в Господа Иисуса Христа означает, что вы уверовали, приняли и теперь пребываете в Господе Иисусе Христе. Вы верите в Слово Господа Иисуса и Его апостолов, записанное в Новом Завете. И далее идет номер 8. Раз, два, три. Веровать в Господа Иисуса Христа означает, что вы живете с ожиданием и всем сердцем желаете второго пришествия Господа Иисуса Христа. Кто из вас ждет второго пришествия? Погодите, а теперь скажите честно, кто из вас каждый день молится? «Маранафа, гряди скорее! Господь Иисус, ей гряди, Господи!» Кто из вас так молится? А теперь хочу спросить вас, как часто вы молитесь такой молитвой? Ну, я молюсь так, может быть, раз в год. Нет, молитесь так каждый день. Я молюсь об этом. Каждый день. Господь Иисус, прошу Тебя, приди скорее, Маранафа. Я так жажду Твоего возвращения, Господь. Итак, возлюбленные, я слышал, как некоторые говорят, если кто-то уверовал в Господа Иисуса, а потом грешил и грешил, всю жизнь жил во грехе, и затем этот человек умер, но поскольку до этого он уверовал в Иисуса, он все равно будет спасен. А вы-то как думаете? Вы считаете это истинное учение? Да или нет? Что означает веровать в Господа Иисуса? Сегодня мы с вами рассмотрели 8 пунктов, которые в совокупности включают в себя все, что значит веровать в Господа Иисуса. Поэтому нет такого, что ты уверовал в Господа Иисуса, а потом продолжаешь грешить и снова грешить. И потом ты умираешь и попадаешь на небеса. Нет, исключено. Такого нет в Писании. Поэтому будьте осторожны. Аминь. Не слышу вас. Не попадитесь в западню ложного учения. Но я верю, что в этой поместной церкви уже много лет проповедуется истина, звучит проповедь слова, которое соответствует тому, что говорит Писание. Воздайте славу Богу, потому что Он печется о нас. Восплещите Ему. Давайте громче хлопайте. А теперь вместе прочитаем притчи 4 главу, 23 стих. Я знаю, что это послание актуально для каждого из нас. Прочтем его вместе. Раз, два, три. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Возлюбленные, я хочу сказать вам, что абсолютно все исходит из нашего с вами сердца. Вы сможете сами в этом убедиться. Вне зависимости от того, верующий вы человек или нет, вне зависимости
от того, хотите вы творить добро или зло, что вы выбираете, вечную жизнь или вечную смерть, куда бы вы ни ставили цель, попасть на небеса или в ад, все зависит от вашего сердца. Поэтому если мы ненавидим братьев своих, если мы не любим братьев, то Библия называет нас убийцами, а убийцы Царства Божьего не наследуют. Не наследуют вечной жизни. Я знаю, что все это исходит из глубины наших сердец. Я верю в это. В прошлом месяце мне удалось обличить ваши сердца. Если вы постоянно напоминаете себе проступки других людей, даже если человек уже не раз перед вами извинился, вы все равно говорите: «А мне наплевать, сколько раз он извинился. Я не желаю его больше видеть». Остерегайтесь такого отношения сердца, потому что вы будете мучиться не только в этом мире, но и когда перейдете в мир иной. Все это очень серьезно. Почему же так? А потому что вы попадете в ад. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мы обсудили с вами 8 пунктов, что означает веровать в Господа Иисуса Христа. Это означает, что вы любите Господа Иисуса, а не этот мир. И опять-таки это показывает, чем наполнено ваше сердце. Поэтому, если мы не любим Господа нашего Иисуса, или любим Его меньше, чем то, как люди мира любят мир и все мирское, то где мы в итоге окажемся? В небесах? Нет, мы окажемся в аду. Вы должны всегда об этом помнить. Скажите «Аминь». Для нас главное — попасть на небеса. Нет ничего важнее. Послушайте, все то, что этот мир называет успехом, может в результате лишить нас небес. Возможно, это прозвучит радикально, но оставьте это. Вам не нужен такой успех. Мое сердце особенно болит за молодежь. Я так не хочу, чтобы молодые люди шли в ад. Я верю, что этого не будет. Они не окажутся в аду. Я верю, что вы — поколение Иеремии. Все молодые люди, я попрошу вас сейчас встать. Поднимите руки и примите Божие благословение, обильная благодать Божия, Отец в Сыне Своем Единородном, в Иисусе Христе, и общение Святого Духа да пребудет со всеми с этого дня и до тех пор, пока Господь Иисус не встретит нас на облаках. Аллилуйя! Мы прославляли, поклонялись и слушали вместе Слово Божие. В знак благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа, давайте жить в святости и быть угодными в глазах Божьих. Это угодно Божьему сердцу. Ну а я желаю вам чудесной и благословенной Пасхи. Пусть Бог обильно благословит всех вас.
your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, come on, everybody, say, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, hallelujah. Everybody give a shout, hallelujah! Oh, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, you came from heaven to earth. Show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift, oh, Lord, I lift your name on high.